С детьми и для детей такова новогодняя традиция в оперном театре. С 22 декабря здесь начнется цикл «Детские спектакли в новогодние и рождественские праздники». В основном это балеты «Дюймовочка», «Красная шапочка», «Золушка». Есть и детская опера «Белоснежка и семь гномов». А еще в оперном театре состоятся две детские премьеры «Питер Пен» и «Щелкунчик». О «Щелкунчике» вообще разговор особый, ведь этот спектакль уже многолетний символ Нового года и был всегда невероятно востребован в театре оперы и балета. Теперь здесь будет два «Щелкунчика». В новом балете роли исполнять будут в основном дети, учащиеся балетной студии Светланы Антиповой. Обычно мы ставили 31 декабря наш репертуарный взрослый, как мы называем, «Щелкунчик», и разносили нам кассы, и людям не хватало билетов. Поэтому в этот раз ситуация такая. Мы постарались сделать так, чтобы было удобно одесситам. 28 и 29 декабря «Щелкунчик» наш, репертуарный, взрослый. А 31 декабря в 14 часов премьера балета «Щелкунчик» в исполнении учащихся балетной студии Светланы Антиповой и наших артистов балета. Ближе к Рождеству в оперном театре откроется и второй рождественский фестиваль. Он будет состоять из трех концертов, которые пройдут 5, 11 и 13 января.